сядем, дети, тихо сядем. Входит музыка в наш дом. В удивительном наряде, в разноцветном расписном. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с великим австрийским композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом. Его произведения наполнены добротой, светом, лаской. Ведь с раннего детства маленький Моцарт был окружен звуками музыки. В замечательном городке, в котором он вырос, каждый второй играл на скрипке, сочинял музыку. И в этой атмосфере творчества он начал писать свои первые музыкальные произведения. А мама, ему напевая красивые мелодии, вдохновили его к написанию колыбельной песенки. Ребята, давайте сейчас покажем, как мама укладывает маленького малыша. Сложим вот так вот ручки и будем покачивать. Кач, 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 кач. Молодцы, кач, 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 кач. Я буду петь вам песенку, а вы продолжайте укачивать малыша. Ребята, вам понравилось? До скорых встреч!